жителей Санкт-Петербурга, у каждого гостя есть прекрасная возможность оказаться сегодня здесь. Кстати, вот мы сейчас находимся на Малой Садовой, откуда, в принципе, многие и проходят на Манежную площадь, дабы посмотреть своими глазами и увидеть все зоны, все локации, которые происходят на этом фестивале. Я думаю, что каждый может найти для себя что-то интересное. Кстати, у нас огромная и прекрасная зона для детей, для того, чтобы у них была возможность посмотреть, откуда кикбайкеры, что происходит в этом мире. Поэтому, друзья, приходите, у нас очень здорово, мы пока все собираемся. Ну и, безусловно, всем хорошего настроения, тем более, что погода в Петербурге нам пока благоволит. В общем, дорогие друзья, 29 и 30 июля всех ждем. А сегодня 29, значит, мы берем свое начало. Поэтому всем хорошего дня, прекрасного настроения. И, конечно, друзья, радуйтесь к тому, что Санкт-Петербург действительно является мото-столицей. Ну что ж, аплодисменты вам, коллеги, Сергей Иванович, Сережа. Я знаю, что ты где-то там, возможно, на сцене нашей музыкальной. Ну что ж, дорогие друзья, у нашего